Более 200 похищенных пожарных рукавов нашли свое практичное применение на 5000 рублей. Как сообщает милиция, огнетушительные приспособления уносили из столичных многоэтажек. Нарушителями оказались два брата 43 и 34 лет. Мужчины нигде не работают и уже имеют криминальное прошлое. Один из них судим за кражи, другой за хулиганство. Сообщения о пропаже пожарных рукавов поступили сразу в несколько отделений милиции города. На это оказалась лишь малая часть украденного. Воровали злоумышленники днем, чтобы не привлекать внимания, а краденные вещи прятали в съемном гараже. Из объяснений задержанных было установлено, что ворованные пожарные рукава братья продавали на рынках преимущественно фермерам, которые далее использовали их для самодельной системы орошения. Первоначальная цена за одну единицу товара составляла 20 белорусских рублей. Далее вместе со спросом стоимость возрастала. Ориентировочный ущерб составляет более 5000 белорусских рублей. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. И согласно санкции статьи, нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы.